Приветствую вас, геймеры! Это канал Alex & Play, и мы продолжаем играть BJ's Mod WWW One Edition. Проходить французскую кампанию. Сегодня это уже третья серия. Поехали. Сегодня нас ждет Fury of Neville. Прорыв Нивеля. Или провал Нивеля. Прорыв ли Нивеля, короче. Поехали. Так, за 12 ходов. За 12 ходов обычная победа, за 16 просто победа. Мы попробуем на 12. Так, нам надо взять Люксембург. Уничтожить ракетницу. Захватить Кёльн. Захватить Франкфурт. Захватить Бремен. Захватить Берлин. Захватить Лейпциг. Захватить Мюнхен. И захватить Вену, наконец. Целей много. Так, давайте проведем назначение. На танк назначим Бойко. На поезд назначим Гурко. Так, Фош. А, это Жофер. Жофера проведем туда. Сюда мы назначим Маннергейма. Попробуем пойти на... Давайте Люксембург сейчас возьмем. Попробуем. Извиняюсь, когда есть мелкие братья, это очень мешает записи. Ладно, поехали. Люксембург давайте дальше будем пинать. Ну что, Бойко, давай, попробуй уничтожить. Отлично. А, Люксембург сейчас возьмем. Ну, почти. Давайте будем разносить тут артиллерию. Ну, все войска, которые нам мешают. Почти. Так. Сюда мы назначим... Манштейна. Так. Давайте танк. Будем авиацией штурмовать. Так, меняем ход. Отлично. Идем уничтожать ракетницу. Кавалерию дальше. Ну, вообще, мы тут сейчас будем разносить просто. Просто разносим все на своем пути, можно сказать. Меняем ход. Давайте пойдем Кёльн штурмовать. Напустим газу. И поезд просто захват. Ну и Бойко давай ракетницу уничтожь. Ну что ж, артиллерию постарайтесь. Ну что ж, пехоту. Давайте пойдем на Велбу. Будем проводить наши дивизии пехотные. Будем
Сейчас немецкие части просто разносить с помощью броневиков. Извините, ветер. Меняем ход. Блин, как же она достала восстанавливать запись каждую минуту. Так. Давайте Мюнхен возьмем сейчас. Потому что тут очень важно Мюнхен сейчас взять. Давайте попробуем Леонберг атаковать. Так. Сможешь уничтожить? Отлично, смог. Смогли уничтожить. Ну и давайте газовую атаку поездом, а теперь танком, добивающий удар. Ну и подлечим давайте тогда. Меняем ход. Манштейном сейчас просто до Вены можно дойти. Давайте тогда пробуем туда незамедлительно уже прорываться. Купим тут пехоту. Нивелем атакуем Штутгарт, которые итальянцы не могут захватить. Ушажаем пехотную дивизию Германии. Почти уничтожены. Эх. Отлично, Франкфурт наш. Давайте пошли на Бремен. Самолетик купим. И меняем ход. Атакуем Бремен. Так, давайте танчик пойдем атаковать. Уничтожим артиллерию. Пошлите атаковать Вену. Купим тут самолетик. Меняем ход. Конечно, они нас мясом закидывают сейчас. Но есть возможность. Thank you.
Надо с этим мясом разбираться. Так, пехоту отправляем помогать. Идти на Вену наступление проводить. Самолет, авиацию тоже туда переведем. Надо срочно подлечить Манштейна. Ну и меняем ход. Танчик надо завалить. Так, на Лейпциг пойдем. Атакуем немецкую дивизию. Вместо того, что нам помогать, итальянцы пошли туда зачем? Опять закупим тут мясную пехоту. Все, теперь можно идти на Кайзера в Берлин. Быстро ехать. Меняем ход. Окружаем танковую дивизию Австро-Венгров. Главное, чтобы наш Манштейн, не убили Манштейна. Так, кто у нас тут? Ой, Объем может. Ну что Объема так? Не... Критический урон есть. Вот в чем проблема-то. Но этот тоже может атаковать, тоже жестко. Мы будем надеяться, что ты выживешь. Держись, Манштейн, держись.
Так. Вену сейчас можем взять. Блин, почти Вену можем взять. Я надеюсь, что он еще раз выживет. Построим тут пехоту. Она что-то хоть делает. А тут идем на Дрезден. Долгая миссия, очень долгая. Просмотров будет мало. Жалко, ну ладно. Так. Ну все, Лейпциг наш сейчас будет. Все, красиво. Ну, давайте Берлин атаковать дальше. Меняем ход. Но следующий ход может быть победным. Если все пойдет идеально. Да, идеально. Вену мы взяли. Главное, но мы ее не потеряем. Это хорошо. Отлично. По идее, мы ее сейчас можем взять и Берлин. Так, у нас авиация есть? Нету авиации. Ну, давайте еще тогда побомбим. Я думаю, это победа, потому что он сейчас Германия сдастся. Просто для красоты купим. Добьем уже все дивизии. Так. Профиту получим. Ну и все. Германия подписывает акт о капитуляции. Победа. За 11 ходов. Красиво. Следующая миссия нас ждет. Конец войны. Но это уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. И знайте, самое интересное еще впереди. Thank you, guys.